Новая боль. В одной из деревень Тульской области умер хозяин. Осталась собачка-песчанка, которой 2 года. Мне позвонила женщина и просила помощи, что собаку сбила машина. Я их отправила в клинику Рязань, города Рязани, но, к сожалению, они не поняли, какая клиника, и приехали в клинику «Четыре лапы». Там под кураторство эту собачку взяли местные волонтеры, но, к сожалению, пролежав 5 дней, песчанке не было оказано ни медицинской помощи, ни взяты анализы. Собака была в жутких блохах, клещах. А вчера девочки, позвонив мне, просили, умоляли ради бога, не девочки, а это уже женщины в возрасте, пенсионерки, помочь спасти песчанку. Собачку им с клиники, к сожалению, не отдавали. Пришлось вызывать полицию, экстренно связываться с Николаем Николаевичем и брать собаку на свое кураторство. Теперь эту собаку зовут Ника. Ника Победа. В честь Николая Николаевича мы решили назвать собаку Никой. Пока Нике оказываются все возможные процедуры, время упущено, так как в предыдущей клинике собаки не сделали ничего. Завтра Николай Николаевич экстренно выйдет и будет обследовать нашу Нику. А пока собаку привезли в состоянии блох, клещей, сделаны экстренные анализы на пироплазмоз, но вроде бы ничего такого нету. Пока девочку обработали, она сама не писает, не какает. Вот. Единственное, что вчерашний рентген, кто там делали ночные врачи, сказали, что собаку расстреляли. У собаки на рентгене показано 2 дроби в области позвоночника. Завтра Николай Николаевич, спасибо ему огромное, экстренно едет в клинику, будет разбираться с Никой. Но нам предстоит, он сразу сказал, МРТ, либо КТ в Москве. Это первое, что сейчас нужно будет сделать. И пока стационар. Дорогая моя большая дружная семья, у нас экстренный выпуск. Я прошу каждого откликнуться на боль Ники. Я очень вас об этом прошу. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Все новости о Нике будут приходить заблаговременно и в следующих выпусках.